По данным Министерства здравоохранения, на 18 августа в Беларуси зарегистрировано 69 673 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписаны 67 339 пациентов. Проведено 1 429 532 теста на COVID-19. Что касается Солигорского района, то по данным Зонального центра гигиены и эпидемиологии, с начала июля отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Регистрируются лишь единичные случаи данного заболевания. В основном заболеваемость регистрируется среди населения старше 50 лет. Детей вовлечено в эпид-процесс до 12%. В основном болеют жители города, но регистрируются случаи и среди сельского населения. По-прежнему у нас задействованы в эпидемиологический процесс крупные наши поселки Старобин и Красная Слобода. Меры профилактики я бы порекомендовала соблюдать те же, особенно соблюдение личной гигиены. Не забывать мыть руки, не трогать грязными руками лицо, глаза. Не забывать про антисептики, пользоваться антисептиками. На предприятиях я бы порекомендовала во избежание повторных случаев заражения продолжать соблюдать правила личной гигиены, обеспечивать работниками масками, антисептическими средствами, проводить уборку с дезинфицирующими средствами, по возможности разграничить приемы пищи, чтобы в комнатах приема пищи не скапливалось много людей, была у каждого индивидуальная посуда, либо была одноразовая посуда.